Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. Этот день отмечается с 1996 года. Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане смогли обратиться с любыми своими бедами и проблемами. И сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры – это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства. Я бы хотел, пользуясь случаем, поздравить всех своих коллег с нашим профессиональным праздником и пожелать им в этот день удачи, здоровья, успехов им и им близким. Органы прокуратуры Республики Саха-Якутия осуществляют серьезную работу по защите прав граждан в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс, который в республике находится под нашим приоритетным надзором, защищают их права в сфере охраны труда, социальных прав. Кроме того, осуществляют большую работу по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и законностью на территории республики.